Вот почему Муценице выселила Прилучного из роскошной квартиры. Спустя 3 года после развода она, наконец, выселила бывшего мужа из 4-комнатной квартиры стоимостью 30 миллионов рублей. Фактически, актер уже давно не живет с экс-супругой и, более того, успел создать новую семью Зипюр Брутян и сейчас готовится к рождению ребенка. Головинский районный суд поставил точку в тяжбе бывших, удовлетворив иск Муценицы о принудительной выписке Прилучного. На этот шаг Агате пришлось пойти, чтобы Павел не прописал своего будущего наследника на ее квадратных метрах, где уже растут 2 детей пары – сын Тимофей и дочь Мия, считают журналисты. Но единственное, что мог сделать Павел, имея регистрацию, это проживать в этой квартире, пользоваться квадратными метрами. Возможно, актриса не захотела давать ему такой возможности. Мало ли, как сложится дальнейшая жизнь. Возможно, таким образом она решила оборвать все связи с Павлом.